Почитать у нас, да? Да. Пожалуйста, проходи, посмотри, выбери, что тебе понравится. Можешь посмотреть журналы, энциклопедии. Проходи. Кто? Где? Почему? Динозавры, животные, птицы. Я смотрю, что ты что-то растерялась, наверное, да? Долго выбираешь, а поделиться не можешь, да? Как тебя зовут, скажи? Катя. Катя. Катюш, ну какие книжки ты любишь? Может быть, тебе помочь? Ну, я люблю книги о животных. Да? Ой, я совсем забыла, нам список на лето дали. Ты мой хороший. А по списочку ты можешь взять книжечки на абонементе. Пойдем, я тебя провожу на младший абонемент. Там Наталья Сергеевна тебе выдаст списочек на по списочку книжечку. Иди, мой хороший. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам список на лето дали, вот книги. Алексеев «Небывалое бывает», рассказы из русской истории. Бурьян, Ивашка бежит за конем, мальчик с Холмогор. Куликов. У Даная Великого на берегу. Ушка Сабинка. Лейкин. Путешествие в Гордарику. Фингарет. Богатый славен город Москва. Шторм. Подвиги Святослава. Югов. Отважное сердце. Гершензон. Робин Гуд. Эрвинги. Приключения доисторического мальчика. Озерская. Олимпийские игры. И еще другие книги там. Хорошо. Я тебе принесу сейчас все по списку. Катя, а вы уверены, что вы успеете это прочитать? Да, каникулы пройдут весело, друзья подождут. Но книга – самый лучший друг!